Всем привет, друзья! Дачный сезон уже в разгаре. Но как пройдут дожди, так трава прет, и тогда все берем косилку в руки и начинаем косить траву. Сегодня покажу вам пару советов, как можно выкрутиться из разных ситуаций. Вам желаю приятного просмотра и поехали! Бывает такая ситуация: косишь свой гектар, осталось пару метров, а леска закончилась. До магаза ехать неохота или нет возможности, а работу надо сделать. Тогда в этой ситуации отлично подойдут остатки или лоскуты лески от триммера, поэтому никогда не выбрасывайте их. Берем на краю лески, завязываем по узлу и вставляем в катушку. Таким образом у вас есть возможность доделать работу и не откладывать на следующие выходные. Самая неприятная ситуация при работе с триммером – это когда катушка ловит камень и разлетается как трансформер, и обычно теряется пружина или отлетает клипса. Тогда вариант доделать работу – это взять сверло на 3 мм и засверлить пару отверстий в корпусе. Вставляем леску на узлах и спокойно выполняем задачу. Если разлетелась катушка и даже не осталось корпуса от нее, тогда вариант сделать временный корпус из подручных материалов. У меня это в данном случае есть заглушка от ПВХ-трубы. Сверлим пару отверстий по бокам в 3 мм и центральное отверстие под диаметр болта. Вставляем леску на узлах и выполняем работу. Заглушка от ПВХ-трубы есть не у каждого, а вот болгарка, я думаю, есть у каждого домашнего мастера. Скручиваем шайбу и через отверстие вставляем леску, накидываем шайбу на винт и сверху притягиваем гайкой. Такой способ отлично выручает, и остатки лески также идут в ход работы. Если леска закончилась, а лоскутов под рукой нет, тогда я иногда пускаю в работу металлический трос диаметром 3 мм в ПВХ-оплетке. Работает такой способ, как часы. Косит все, что можно. Поэтому запоминайте такие идеи, думаю, каждого выручит какой-либо способ в определенной ситуации. Но и не забывайте, такие советы, они временные. Конечно, всегда лучше иметь хорошую шпулю и отличную леску, и работа будет идти еще быстрее. Поэтому напишите в комментариях, какие вам советы понравились и какими вы пользовались. Поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем легкой работы, меньше травы в огороде. Всем
отличного лета. Пока-пока!